то Дельта не играет на пределе своих возможностей. То есть то, что игроки не выкладываются по полной программе, в отличие от Крылья Советов и Яна Пелецкого, который забивает, ну, просто шикарный гол под стать лучшим мастерам Суперлиги. И идеальный прием мяча, подбил его себе вверх и затем взмыл, словно застыл на мгновение в воздухе. Смотрите, как это все было. Раз, и никаких шансов для защитника, как и для Александра Гусева.